Всем привет, чуваки! У нас сегодня морозный декабрьский день. Андрей и Артём позвали меня прокатиться по Волге, по набережной Автозаводского района на трех трайках. Один детский, другой взрослый мощный, который у нас был в одном из прошлых выпусков за прошлую зиму и позапрошлую тоже в том числе. И еще один квадрик, который был покрашен в бирюзовый цвет Андреем. Экспериментальный аппарат, требующий сноровки в управлении. Интересно управляется, интересно рулится. Надо будет приехать, посмотреть, затестить и что-нибудь поснимать. Так что поехали, не переключайтесь. Будет интересно. Погнали! Вот так вот на морозе согреваемся и катаемся на Андрюхиной технике. Мороз минус 10, чаек с сахаром и лимоном. Самое то. Движуху с ними еще. Летучие мыши. Я заснял. Он в пятый раз меня опрокинул. Можно больше ничего не снимать. Все засняли, все просто. Прикольное вращение. Скорости мало. ДТП! Колесами! Затерялся в дыму. Слушай, нам надо это, чтобы затеряться в снегу, короче, такое видео. Короче, я сзади тебя еду. Знаешь, как классно получается? Я тебя догоняю, то есть ты назад снимаешь. Ага. Догоняю, как бы этот, ну, дрифчу, обхожу, а ты потом камеру переставляешь сюда и, ну, как бы. Давай, давай. Thank you.
далековато. Сможешь? Да, держать. Постараюсь. Давай. Да вроде что-то есть. Оно крутится. Там главное встать так, чтобы не перевернуться. Я на тебя посмотрел и передумал. Блин. Страшно, да. Это было мощно. Я заснял. Переложил.
Можно больше ничего не снимать уже. Тройной. 720. Да, 720. Правда, с трудом что-то получилось. Маленький маятник сначала дал. Но получилось.